флангу. Жарков технично перебросил через ближнего соперника. И вот такой быстрый пас на Артема Дзюбу. Это как раз Леон Мусаев. В регулярных турнирах мы никогда не увидим тайм, который играет команда. Да, мы увидим 90 минут 8 футболистов, ну и там полтора тайма остальных. А здесь ровно по тайму большинство играет. Так он выглядит статным, солидным по поведению, по манере работы с мячом. Можно сказать, полноценный матч сегодня. Набиуллин перехватил, Заболотный сыграл с Мусаевым. Тоже с первых минут играет Леон Мусаев. Идет к штрафной. Передача, Заболотный, удар вне игры. Но если бы не вне игры, то было бы очень красиво, потому что Мусаев принял такое очень эффектное решение. Мягенько в одно касание переадресовать мяч вперед, проверить сочетания, которые, возможно, пригодятся уже по ходу чемпионата. Зинин с мячом дождался, когда закончится атака, и спросил у Шатова, в порядке ли Шатов. Я спросил у Шатова. С Шатовым все в порядке. Он показал большой палец. Ох, Леон Мусаев! Как здорово сейчас! Угловой! Красивый момент, хороший проход Мусаева. И в последний момент Леона накрыли. А так на ударную позицию он сам себя вывел очень здорово. Двойная замена еще у «Зенита», как раз Скроботов.